Смотрите, оказывается, очень удобно, когда есть замороженный хлеб. Это еще замораживала его там. Ну, он, кстати, очень быстро растаивает. Сейчас мы посмотрим, что из этого выйдет. Не трогай, пожалуйста. Вот. Можно, кстати, хлеб разогревать в микроволновке. Я один раз разогревала. Можно просто вытащить, и он будет лежать. Вот. Наш хлеб, к сожалению, заплесневел. Что-то мы плохо ели его в этот раз. Хотя он был довольно вкусный. Надо было его заморозить. Вытаскивали по чуть-чуть бы, и было бы как раз нормально. Вот так это смотрится. Так шипеть начала, даже страшно стало. Страшно больше стало, что на ребенка может попасть. Ну, кстати, смотрите, легли они хорошо сегодня, яички. Все остались целые, легли все целые. И разбила я тоже, были все целые. Три яичка мне и два Диме. Все яички спрятаются. Не спрятаются. Греночки, смотрите, какие классные. Поджарились такие. Вкуснятина какая у меня будет сегодня. А еще, кстати, зеленью же можно еще посыпать. Посыпем? Посыпем. Давай посыпем сейчас. О, смотрите, как классно. Еще какой-нибудь перчик сюда или помидорку. Прям шикарно. Я, кстати, очень люблю, когда желтки остаются целые. Вот завтрак и готов. Вот Димина. Два яичка. Три я не стала делать. Мне кажется, многовато будет. И мои три. Один вон залез куда-то. Так, вот неплохо, кстати, выглядит. Можно так делать. Две маленькие сковородочки купить. И на двух маленьких сковородочках, чтобы было симпатично. Хотя и так, мне кажется, нормально. Ой, аппетитно выглядит. С лучком. Пожелайте нам приятного аппетита. В комментариях ставьте лайки.